Здорово, народ, с вами Андромалик, и я делаю обзоры приложений для iPad'ов, iPhone'ов и на Android. Сегодня у нас 7 игр, мы будем, так сказать, уничтожать всякие автомобили, краш-тест. Я назвал эту папочку с играми, 7 игр, все по порядку покажу. Садись поудобнее, берите что-нибудь вкусненькое и погнали. Первая игра у нас называется, сейчас узнаем в меню. Я вырубаю Wi-Fi, подождите, я забыл вырубить Wi-Fi, это очень важно, если игры бесплатные, в них очень много рекламы, ребята. Рекомендую вырубать Wi-Fi, запускать, и сразу по-другому играется. Никакой рекламы, ничего нет, ничего не мешает. Так, вот первая игра. Значит, выбираем тачку. BMW. Подождите. А, это Audi. Вторая BMW. Это что у нас? Много автомобилей. Они, по-моему, все бесплатные. Я могу любую. О, Ferrari есть. Смотрите, это Ferrari. Давайте возьмем Ferrari. Выбираем теперь трассу. Так. Ой, 4 трассы всего в игре получается. Какую взять, не знаю, вот это прикольная какая-то. Констракт. Или это самому надо делать трассу? Нет, это готовая трасса. И мы будем здесь уничтожать Феррари нашу. Смотрите, какая трасса. Можно ехать куда угодно. А это, кстати, взрыв будет сразу, смотрите, машина взорвется. Не, не взорвалась. А зачем такие бочки вообще? Если машина не взрывается. Я думал, они взорвутся сразу. О, смотрите, что с машиной будет сейчас. О. Так, камеру можно менять. Можно внутри камеру поставить. Можно смотреть, как машина уничтожается. Видите? Тут какая-то музыка с аниме еще играет. Я аниме не смотрю, не знаю. О-о-о, как машину понесло. В общем, цель игры просто красиво смотреть, как машина разваливается. Вот и все. Здесь нету... Ну, невозможно пройти игру, она бесконечная. Так, а это что такое? Это типа кнопки такие, да? Видите, они... О, это в меня кто-то! Зацени, здесь компы есть. Здесь компы есть, прикиньте. Вон тачка, это Audi, по-моему, которая первая была, да? От нее уже ничего не осталось. Не... О, вау, сколько их тут? Он не один, получается. Прикольно. А, это повреждение, смотрите, вот это наше здоровье. Если до конца дойдет, мы взорвемся, я так понимаю. Давайте попробуем врезаться, посмотрим, как здоровье уменьшается. Нет, ничего не уменьшилось. Возможно, это только когда в нас другие игроки. Зацените спереди уже, какой поломка. Да-да-да, видите, растет. Меня все таранят, и сразу у меня повреждения растут. Правда, машина уже, смотрите, какая. Она назад едет, она сама едет назад, прикиньте. Я ничего не делаю, смотрите. У нее уже проблемы с управляемостью. Такая вот камера есть, можно просто смотреть. А это что такое? Это лампочки так светят сильно? Сзади не должны так светить. Ну, я доломал уже свою тачку. Это была Феррари. Внутри она как новая, кстати, смотрите. Но она реально вперед не едет. Смотрите, я жму вперед, газ, вот. Она едет назад. А если я назад жму? Она... Это меня тащит или я еду, я не могу понять. Что с тачкой вообще? Она сама ездит, смотрите. Я не... Можно ничего не нажимать, она сам поедет. Во. Можно управлять. Все работает вроде как. Но она очень странно как-то ведет себя, тачка. И все против меня, заметьте. То есть все в меня просто врезаются. Они друг друга даже не врезаются. Смотрите, вот они друг с друг другом бьются или нет? Хотя нет, вроде бьются тоже, кстати. Вот тут одна тачка уже горит, смотрите, вот эта. Она сейчас взорвется. Давайте посмотрим, как это будет. Давайте ее протащим куда-нибудь. Но она тяжелая, кстати. Мы не можем ее протащить, потому что, видите, тяжелая тачка. Это пикап какой-то небольшой такой. Я не знаю, как правильно назвать. Но тачка, да, тяжелая. О, смотрите, что будет, если я сюда заеду. А, надо на большой скорости, так не получится. Тебя назад тянет сразу. Ну да, они каждый сам себе. О, взорвалась первая тачка, смотрите. Вот она, вот она. Это она, та. Ну, походу все, он уже. Ой, вторая, третья, три машины сгорело тут. У меня еще здоровья много, я не сгорю. Еще познать, сколько машин осталось в живых, потому что здесь никакой информации нет, видите. Сколько машин, я вот вижу только желтую. Может быть, кто-то еще остался в живых. И, кстати, прикол, видите, желтая машина компьютерная, она все равно продолжает их бить, хотя они тут все взорвались уже, видите? Ой, она там застряла, о, прикол. Мы тогда сейчас разгонимся и поможем ей, так сказать, взорваться. Сейчас, секундочку, ребята, покажу вам, и следующую игру пойдем смотреть. Ну, в общем, это игра для тех, кто любит вот такие разрушения. Компьютеры тут есть. Ой, сейчас я могу выиграть, кстати, если я взорву вот эту последнюю машину, мы победили. Сейчас, секундочку, я хочу победить и на этом закончим. Хочу посмотреть вообще, какая награда, что здесь будет, когда я взорву эту тачку. Но она еще даже не горит, по-моему, у нее что-то второе очень много. Может быть, разогнаться побольше? Как думаете, ребята? Ой, он сейчас поедет, походу, я его перевернул. Я ему помог. Он сейчас поедет, смотрите. Он уже уехал, наверное.
Не, он... А, он взорвался, все. Так, а где еще тачки тогда? Значит, кто-то еще жив, да? Делаем вывод такой. А, нет, первое место, смотрите, победили. Ну, вот такая вот игра, смотрите, как называется. Car Crash Simulator. Вот, вот такая иконка у этой игры. Там как раз тачка горит. А дальше идем у нас Chained Car Crash. Это, короче, вот здесь будут две машины, привязаны цепью, и их надо разбивать вместе. Вот, смотрите, как это выглядит. Я как увидел это в магазине, сразу решил скачать. Бесплатная игра, как и все сегодня на обзор. Есть челлендж режим, есть бесплатный режим, ну типа свободный, что хочешь, то и делай. Давайте попробуем челлендж вначале. Посмотрим, что здесь такое. Так. Так, вначале выберем тачку, да? Так, можно ходить даже в игре, представляете? А что-то лежит на полу, это что такое вот? А, это цепи, я понял. Ну давайте красную машину берем. Это что, Aston Martin это? А, 4000 баксов стоит, представляете? Я не могу купить. А вот эту можно. Ну давайте синюю, что это за тачка? Это BMW X5, походу. Так, что нам надо делать теперь? А, нас обучают. Пока что поворачивать даже нельзя. Вот, теперь можно... Ой, что случилось? Она врезалась в никуда просто. Смотрите, где бампер теперь. Впереди, короче, по воздуху ходит. Так, он говорит... Attach car with chain. Bring car to a hook near chain. Не понял, что надо сделать. А, я понял. Задние, типа, сзади, видите, задним ходом дать в цепь и привяжется цепь. Что-то не получается у меня это. О, привязалось, все. Теперь надо выйти с машины и взять другую тачку, да? О, смотри, какая BMW. Красные фары, зацените. Какой колхоз. 7000 она стоит. А эта тачка сколько стоит? 10 дороже, чем... BMW M какая-то там. Так, это у нас, значит, Мустанг, да? Ford Мустанг, походу. Что с ним делать, с этим Фордом Мустангом? То же самое, подъехать, да, получается. И начнется уровень или что? Что нам делать потом? Вот, типа, я подъеду сейчас, смотрите, задним ходом туда вот. И прицеплюсь, смотрите, смотрите. Оп, прицепился? Все, я, короче, значит... А, то есть тут продолжение сразу. Типа, едь... Берешь две тачки и едешь куда хочешь. Ну ладно, поехали. Смотрите, здесь мы сейчас спустимся с огромной скоростью. Но я не могу ту тачку тянуть. Она очень тяжелая, BMW X5. Смотрите. Опа, игра вылетела. Ну ладно. Ну, игра прикольная, если вам нравится, играйте. Car Crash у нас третья игра. Я просто не хочу запускать заново снова. С нуля сохранения там нету. Не хочу вам показывать одно и то же. Вот название игры. Это вроде крутая игра, здесь звук какой-то, крутое меню, тут вот прям куча надписей, выбираете язык русский, а я буду на английском играть. Меня зовут, кто не знал, меня зовут Буба. Ой, я написал через восьмерочку, ну ничего страшного. Так, наша тачка, да? Так, 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 можно покрасить. $3, за $3 вот эти все тачки и отключение рекламы вы можете получить. То есть не так дорого, если вам игра понравится. Нажимаем play, значит есть мультиплеер, если есть интернет, можно с кем-то еще поиграть. И вот выбираем тачку, значит, $10,000, вот эта зеленая бесплатная, да, а можно ее перекрасить, где тут нажать, все машины за $40 можно открыть, но это дорого, $40, так, какая физика, смотрите, аркадная физика, дрифтерская физика, гоночная физика или веселая физика, я даже не знаю, давайте веселую возьмем, давайте город, там можно выбирать, где ехать, я взял город, там есть арена, еще что-то. Ну что, давайте посмотрим, веселая физика, да, что такое веселая физика, не знаю. То же самое, здесь играешь как хочешь, что хочешь делаешь, просто смотришь, как машина разламывается. Так, где тут камеру поменять? Вот камера нарисована, значит, есть камера внутри, кстати, прикольная камера, мне нравится вот так. Давайте прыгнем, посмотрим, как внутри мы будем крутиться, вертеться. Вау, вау. Сейчас приземлимся на колеса снова, нет? Не, на этот раз не так повезло. Так, какая еще камера есть? Такая. Все, две камеры, больше нету, представляете? Можно переключить передний ход и задний ход назад. Так, что еще мы можем тут наблюдать? Слева у нас обороты двигателя в минуту. 6-7 тысяч. Какие-то жесткие, высокие обороты такие. Что дальше мы можем сделать? Я не знаю даже, давайте попробуем вот этот вот трюк выполнить. Большая скорость у нас, ну давайте едем, 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 едем. Она просто переворачивается, она не может ехать. Это мы физику, возможно, такую выбрали. Здесь есть, смотрите, баллон, можно ускориться нереально круто как-то, да? С баллоном. Нитро у нас включилось. Что такое отремонтировать? Какой-то гаечный ключ, не знаю. Это типа, если машина сломалась, наверное. Но мы вроде врезаемся...
Но машина вроде как новая, не? Мне кажется, здесь повреждений нет в этой игре. Я что-то не понял. Она вроде и... Видите, но нет повреждений. Так что тут ремонтировать, если тут повреждений нет? Походу, игру просто не доделали еще. Видите, повреждений нету. Что тут делать в этой игре, не знаю. Вот город, типа. Людей нету, машин других нету. Что я тут делаю, не знаю. Я просто езжу. Вот тут можно что-то сбить. Воу-воу-воу-воу-воу. Вот что-то ломается. Смотрите, как мы улетели. Зачем такие перегородки тут поставили, не понимаю я. Непонятно. Кстати, прикольные диски у тачки, видели? Золотые. Сейчас уже не видно, но они золотые. Под какой-то... В какой-то вариант... Во, видите? Вот когда так делаешь, видно, что золотые диски. Вот они. Золотые, красивые. Ладно, игра так себе, не буду больше играть. Не рекомендую эту третью игру. Предыдущая игра более-менее была, третья не очень. Whip Dummy Crash. Здесь будет манекен человека. Он даже, наверное, в машине будет сидеть. Мы будем смотреть, насколько сильно он страдает в аварии. Так, значит, free mode, бесплатный режим, наверное. На русском написано даже. Выбираем карту первую. Загрузка. А, ну мы как человек садимся в машину и потом устраиваем аварию. И смотрим, что произошло. Я в машину сяду. О, все. Смотрим, как она развалится. Как вылетит человек через лобовое стекло, наверное. Как упадет, что-то сломаете, руки, ноги. Так, куда только врезаться, давайте подумаем. Смотрите, дом просто на воздухе стоит. Вот этот. А, что-то было. Да нельзя ехать, невидимая стенка, короче. Давайте еще раз, что-то ерунда какая-то получилась. Пока ничего не понял, я. Кроме крутой музыки в игре пока ничего нету. Так, нитро есть, ручник. Давайте просто врежемся, вот ровно еду я и врежусь. Просто вот здание, смотрите. Воу, воу, куда он вылетел-то? Через окна домов? Так, пока ничего не понятно. А что вот это за кнопка? Это что, летать? Что это такое? Я сейчас упаду и все, и конец игры. И тут можно еще двигаться, что-то делать. О-о-о-о. Я немножко по-другому представлял эту игру, если честно. Я думал, либо мы этот манекен сбивать будем на дороге, да? Либо он в машине будет сидеть, и там машина просто разваливаться будет от ударов, от аварий. Как такие есть краш-тесты в реальности. Показывают, как машины все держат. Такие тесты есть, проводят. Чтобы в аварии люди не гибли. Даже при легкой аварии, чтобы все хорошо было. Безопасность. Так, тут есть какая-то дорога. Поехали, посмотрим, что тут. А, ясно, ясно. Ясно, ясно, ясно. Ребята, извините, я не заметил. Тут ничего нет. Мы же какие-то деньги зарабатываем, смотрите. Мы ничего не делаем, а деньги зарабатываются. Вот, смотрите, 900. Может, ничего не делать? Давайте останемся. Походу, из-за того, что глюкнул наш манекен, у нас деньги прибавляются бесконечно, зацените. Только вопрос, зачем столько денег здесь? Тут что, в меню что-то можно купить? Сколько у нас денег? У нас 500, почему-то ничего не посчитала. Здесь есть режим Hit Target. Давайте посмотрим. Может быть, игра вот в этом режиме, надо ее играть. Я что-то перепутал. Так, что делать? Так, мы едем, и что? Надо что-то ударить. Hit the target. Ударить цель. А где цель? Я не могу понять. Так, и что? А, все понял, мы типа вылетаем и должны попасть в вот эту круглую штуку, которая там крутится. Все понял, все. Давайте со всей скорости ровно прямо едем. Нитро вроде нет, видите, кнопка нитро. Она... А, подождите, работает. Работает или она просто пердит? Непонятно. Вот, я ровно еду и смотрите, что сейчас будет. Бах! Ну что, я вроде туда попал, не? Ну так все игра, честно говоря. Ладно, тут ничего интересного. Дальше Beam Stair Drive у нас пятая игра сегодня из семи. Пока так себе, конечно, игры, ребята. Но я ни одну игру не запускал, я первый раз запускаю, поэтому я не знал, что я скачиваю. Beam Car Driving 3D. Вот смотрите, здесь разваливается тачка нормально. Давайте смотреть. Загрузочка пошла. Музончик веселый, бодренький такой. Так, ну, что-то похожее мы уже видели, помните? Тачки стояли, ты подходишь, только какие-то платные, какие-то бесплатные. Так, это бесплатная, это, по-моему, Volkswagen, я так понимаю. А это что, $2000? А это что за тачка? Ой, что-то знакомое, не могу вспомнить. Ну ладно, берем это, бесплатное. Что за знакомая тачка была, подскажите, кто знает? Так, а что такое? А, надо прыгать и смотреть, как машина развалится сейчас от удара. О, смотрите, вот эта игра, вот тут, видите, все отваливается. Ну как все, не все, конечно. Но колесо, видите, типа, отлетело вниз. То все. Еще вниз летим.
Ба! Игра пройдена, смотрите. Сейчас будет следующий уровень. Ну давайте. Тоже машину выбираешь вначале, да, каждого уровня? Или сразу можно прыгать? Загрузки долгие в игре, это минус, конечно. Кстати, мы за $650 заработали. То есть на эту тачку, значит, надо сколько? $2000, а на вот эту, на фургон, 3000. Кстати, цены не такие большие. Тут есть еще Хаммер за $5000. Это типа Лам... А, это RS6, по-моему, Audi. А вот еще Хаммер. Только более такой простенький. Как мне кажется, он попроще, но он чуть дороже стоит. А, берем тачку, на которую у нас есть деньги. Так, подождите, это то же самое, что ли? Или это другая карта? Это то же самое. Сейчас будет такое же падение. Ну что, в чем прикол этой игры? Тут одна карта, что ли? А вот... О, надо... Смотрите, надо двигать. Тогда медленно летит. Как только я палец убираю, машина быстро летит. Это типа прикол такой. Ну, нормально. Ну, блин, ты так же прыгаешь, как и в прошлый раз. А где следующий уровень, например? Или тут один уровень всего? Или тут сдвинута... Видите, кнопочка там, может, еще четвертая. Она просто не видна, я не могу нажать на нее. Ну, так себе. Вроде изначально казалась игра неплохая, но одно и то же. А давайте попробуем не прыгать туда, куда нам говорят, да? А давайте поедем в другую сторону. Ну, просто куда-нибудь поедем. Тут же есть карта, куда-то ехать же можно. Или тут сразу надо задание выполнять. Давайте посмотрим. Ну, вот, типа, прыгать надо туда, а мы едем, не знаю. Давайте посмотрим, что вокруг. О, а мы едем сюда. Тут, кстати, тоже можно ехать. Зацелить какие-то стрелочки. А здесь прыжок будет, смотрите, тоже. Давайте пробовать. Ну-н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 у. Сейчас, как только авария, я сразу кнопочку зажму. Подождите, а где замедление, то, что мне говорили? Или я еще тачкой могу управлять? Я, походу, тачкой могу управлять. Представляете? Она еще, типа, моя. Во, я еду! Это когда уже полностью машину раздолбал. Ой, дальше можно ехать. Смотрите, тут трасса есть какая-то. Вот это прикол. Слева нет колеса у меня, мы едем, что, на трехколесном? Volkswagen. Хотя нет, есть колесо, просто оно почему-то не видно. Она внутри, типа. Ну, сейчас, типа, я перевернулся, но меня, видите, остановили. Назад можно ехать дальше. Я, правда, не знаю, куда ехать. В ту сторону или в эту? Походу, в ту. Мы же ехали оттуда. Тут какой-то карьер. Что-то добывали здесь, и теперь осталась впадина такая большая. Так, а тут будет прыжок в конце, походу. Ну, давайте прыгать. О-о-о, куда я прыгал-то хоть? Там есть куда прыгать? Ой-ой. Ай-яй-яй, но мы еще, главное, мотор, наверное, не поврежден, мы можем ехать. Как только мотор сломается, все. Посмотрите, я сейчас поеду, не? О, я поеду. Не, правда, каждый раз машину ставит, и она сразу переворачивается. Смотрите, я ничего не делаю, она сама падает. А, на этот раз не перевернулась. Так, камеру можно мне как-то? О, камеру можно менять пальцем, представляете? Все, поехали, тачка-то еще огонь, можно ездить. И техобслуживание... О, можно пройти. Пройти. Все, и тачка как новая. Потом продать. Накатать 100 тысяч километров. Продать. Еще денег заработать на перекупе. Так, Crash Drive 3 у нас. Еще одна игра. Про разрушение. Смотрим, что здесь. M2H. Это компания, которая сделала эту игрушку. Третья часть. Это говорит нам о чем? О том, что первые две части были популярны, что они выпустили третью часть. То есть в эту игру играют, скорее всего. Давайте смотреть, что за игра. Ой, есть хорошее меню, красивое. Прикольно. Играть. Play нажмем. Надеюсь, без тренировки этой мучительной. О, можно играть сразу, зацените. Не надо не тренироваться. Вообще идеальная игра. Ну что, прикольная игра. Здесь типа гараж. Заезжаем машину, можем поменять, наверное, отремонтировать и прочее. Здесь наша карта. Давайте подъедем, посмотрим, что тут. Карта мира. Так, я подъехал. Что дальше? Какую-то кнопочку нажать? А, подождать надо. Так, смотрите, все закрыто. Мы можем только здесь быть. А что за отсчет? Не понял. А, что? А, я что-то ничего не понимаю. Какие монеты собирать, если я карту смотрел? Походу, это здесь надо собирать монеты. Ну, давайте, где монеты? О, вон они. Погнали. Физика в игре аркадная. То есть машина очень, видите, хорошо поворачивает. Мне бы камеру поменять, знаете. Довольно далеко стоит камера, я машину не вижу. Ну, она такая мелкая. Заносит, кстати, машину. Так, 300 монет, это, я так понимаю, в сумме. Видите, 50 здесь. А где написано, сколько мне еще собрать-то хоть?
300 это всего, а сколько я уже собрал, мне не пишут, что ли? 50 вот. Ну, вот такая игра, сейчас взрыв будет, смотрите. Блин, ой, я под водой. Под водой что, нельзя вообще ничего делать? Не, можно ездить под водой. А, вот тренировка, видите? Слева. Используй буст. Типа я тренировку прохожу. Сигнал. Все, я прошел тут тренировку. А то что-то разрушается вообще? А не, ничего. Я врезаюсь только. Давайте попробуем... О, здесь лед, да? О, давайте попробуем врезаться. Мне кажется, тут в этой игре взорвется, если прямо ровно врезаться. О, да, я был прав. Смотрите, вот так должно было в той игре работать это все. Там очень плохо это все сделано было. А в этой нормально. Ну что, игра такая, знаете, можно расслабиться, поиграть. Кому нравится такое, прыжки всякие, сбор монет, взрывы, разрушение автомобиля. Я не знаю, если тут режим с другими игроками играть, я не видел в меню, но возможно он есть где-то. И можно тут со всеми игроками вот так вот по интернету сражаться. Тогда прикольно. Все время закончилось, сколько я монет собрал? Ой! Ой, я в конце собрал, 280 у меня было. Я вот нашел, где видно, вот здесь вот. А, вас, вам не видно, наверное, будет на записи, но вот там было. И мы прошли, выполнили квест. А что такое X2 вот это? А, это очки, наверное, умножаются на игру. Тут чат есть, смотрите, hello. Реальные игроки, значит, бывают. Да-да-да, смотрите. See you, good luck. Окей, тогда мы... Тогда есть игроки все-таки тут, мультиплеер. Поэтому третья часть играет. Люди... Люди играют в эту игру, поэтому вышла третья часть. Ну что, игра неплохая. Я только не понял, где тут, наверное, в гараж надо вернуться, машину поменять. Сколько тут машин? Вот, типа, гараж нажимаем, смотрите. Давайте посмотрим, какой здесь парк автомобилей, что можно открыть. Так, а где название? Ну, это типа Хаммер, это автобус какой-то. Блин, сделали бы, чтобы видно было, а тут темный такой вот. Ну, не видно, что там. Ну, там машин много, смотрите. Ой, так это... Это же с мультфильма «Тачки». Стопудово. Ой, это школьный автобус был. Мусорка, мусорка. Вот это я бы на такой ездил. Сколько стоит просто купить, если я вот это хочу? О, всю игру сколько стоит купить? А, нету цен, потому что интернета нет у меня, я так понимаю. Но машин здесь много. То ли они повторяются, то ли что, смотри, сколько. О, лимузин был. Такие тачки. Полицейская какая-то вроде была. А следующая сколько стоит? Смотрите, 5000, 5000 следующая стоит. Моя 8000 стоит. А ее можно продать? Я за 8000 хочу ее продать. Не дают. Ладно, игра хорошая, можете играть. Вот это из сегодняшнего обзора всех игр, скорее всего, будет топ-1. Потому что еще есть 7-я игра, вот она. Может быть, она тоже неплохая, давайте смотреть. Называется Car Crash Driving Simulator. Ну-ка, вот так вот будет разваливаться. Очень громко это все. Потише сделаю. Так. Челлендж... О, это что-то знакомое менюшка, помните? Это, походу, от создателей той игры, которую мы уже играли. Она не очень интересная была, наверное, и это такая же. Ну да, те же тачки даже выбираешь, ничего нового. Подождите, а X можно взять? Ай, $1000, ай-яй-яй. Ну ладно, я сел. Поехали, куда едем? Куда мы едем? Едем сюда, старт. О, здесь хоть нормальное начало такое. Ой, а что-то случилось, подождите. Камера заглючила, да? А это что такое? Куда мы упали вообще? Ну, машина тут, по-моему, получше разваливается. Посмотрите. Поинтереснее. Колеса все на месте, но немножко погнул я ее. Правда, здесь делать нечего, куда я упал, видите, не выехать отсюда. Но здесь снег, можно дрифтить, смотрите, если можно. Не, нельзя? Не, не дрифтит она ровно едет. Хотя я пытаюсь, я торможу, резко поворачиваю. О, прыжок, 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 давайте прыгнем. Вот сюда давай. Прыгай, 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 прыгай. О, куда запрыгнули. Бах. Игра, чего геймфейл, типа, вы провалили игру, все, заново начинается, типа. Что я сделал, машину сломал, что ли? Ладно, эта игра ужасная. Короче, из всех игр, Crash Drive 3 рекомендую. Ну, не рекомендую, а просто если поиграть не во что, вот в эту игру сегодня скачивайте. Пишите это в магазине, она бесплатная, найдете. Ну, а на следующий выпуск у меня вот такие игры. Будем обсуждать «Привет, сосед», 4 части, во все поиграем.
Все, всем пока, с вами был Андромалик, до новых встреч, спасибо, что подписываетесь, жмете колокольчик и на канал Булочки тоже заходите. Все, всем пока, увидимся, не болейте.